Да не хочу я тратить деньги. Не хочу. А зная, что сетевики, в смысле владельцы сетевых магазинов, вам вкручивают наценку, и не буду это делать. Потому что знаю, Орион не врет. Потому что проще продать больше и заработать деньги. И он этим и занимается. Ну а доехать просто. И самый дремучий человек понимает, где это. Помните такое четверостишье? Наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка, другого нет у нас пути, в руках у нас винтовка. Дело-то в чем заключается? Мы очень скоро будем праздновать День женщин, 8 марта. И мы бы его праздновали, но понимаете, какая ситуация? Если бы не было коммунизма, мы бы его и не праздновали. Вот. Но коммунизм в российской тематике он пропал, зато у нас есть замечательный другой коммунизм. Вот. И кроме всего прочего, у нас есть замечательный коммунизм, который мы вам предлагаем. И по коммунистическим принципам вы можете здесь, в магазине «Орион», купить игрушки для ваших маленьких детей-девочек. А вот так и должно быть. Не место, где вы возьмете одну игрушку, а место, где за раз можно купить многое. У вас девочка, правильно? Да, девочка. Я так понимаю, что для девочки нужен должный уход. А где вы все это сможете себе найти? Имеются игрушки. Ну, много выбора есть развивающих игрушек для ребенка. От нуля и выше, скажем так, для любого возраста. Вы выбрали почему-то Орион. Почему? Ну, здесь нравится-то. Цены радуют, да? Да, определенный выбор большой. Вот это очень хорошо, да ведь? Отлично, да. Нам нравится у вас ходить. И, конечно, цены. И я понимаю, что больших цен не должно быть. Конечно, мы не можем вдарить вас бесконечным ассортиментом, но каждый раз новый результат. Очень хотелось бы показать, но у меня нету девочек. Пацан есть, и пацан смотрит, вот рядышком находятся столы, понимаете? Столы, кстати, классные, в большом количестве, и в том числе еще и с алфавитом. Надо будет обязательно прийти докупить. В связи с тем, что у нас женский день, и для девочек, естественен замечательный выбор игрушек. В реальности он очень крутой, потому что надо понять, здесь люди работают. В очередной раз, сколько уж не говорил про это дело, но в очередной раз объясняю, что даже те вещи, которые мы сейчас вам покажем, я их раньше не видел. Угу. В который раз я здесь и угу понимаю, и вам угу понять-то надо. Каждый месяц и сюда, и уж поверьте, без должных игрушек вам не уйти. Меня вот попросили, а я вам в очередной раз продемонстрирую то, чего я раньше не видел, да? Потому что есть люди, которые мне говорят, а почему-то ваши русские девушки ничем не занимаются. Я сказал бы, потому что у них не было ничего, а теперь нет. Теперь наши девушки, во-первых, они шикарные хозяйки, во-вторых, они могут что-то приготовить и убрать. Ну и вот то, о чем мы говорили. Замечательный, получается, помощник в хозяйстве. Не так дорого, кстати, стоит, совсем недорого стоит. Это замечательная тележка с колесиками, два ведерочка, ведро, потом штучка, которая сверху ставится, совочек и все остальное. Цена вопроса, ну, поверьте мне, вот это все вместе стоит 900 рублей. Вот, это из того, что я вам обнаружил. Так вот, а говорить про мягкие игрушки вам необходимо, потому как только в Орионе очень большой выбор, огромный выбор новых игрушек. Мягкая игрушка. Огромный медведь. Тут, правда, поменьше есть мягкая игрушка, но мне это больше нравится, да? Вот. Ценник не такой большой. Помните, я вам показывал эти машинки для детишков, в смысле для мальчиков. Кстати, девочки тоже могут на них кататься, но все равно вкуснее будет, когда у вас будет такая штучка. 4,5 тысячи рублей. Ну чем ли не прелесть-то, а? Вот так вот. Примерно такая же штука в другом магазине вылетает в десятку. Примерно такая же штука в крутом за двадцатку. А деньги такие у вас есть? Мы как-то говорили про цены, да? Сколько все это стоит? Я так понимаю, что нам сейчас жить в России просто здорово. Потому что цена бензин. Цена на бензин у нас сейчас это 50 центов. Вот. Цена на все остальное тоже халява. Особенно, когда есть магазин «Орион». Вот. То есть, про вот эти самые ценники мы говорили, да, 300 рублей. Что такое за 300 рублей? Ну, за 300 рублей можно несколько раз покушать. В нормальных местах я вам это дело демонстрировал. Но за 300 рублей вы можете для вашего ребенка и для вашей девочки здесь также товары и купить. Ну, посмотрите, пожалуйста.
Ну вот, лошадочка. Ну вот. Вот такие прикольные штучки. Вот. Есть, конечно, чуть-чуть подороже, но в любом случае, если вы хотите подарить девочке на 1000 рублей, вы можете сюда прийти и легко купить. И вот это правило. Вы заедьте в другие точки, посмотрите цены там, потом сюда и поймите, что проще купить там, где ваша выгода становится очевидна. Естественно, ваша девочка должна тоже находиться в ванне, потому что мой сын очень любит ванну. Ваш ребенок должен быть однозначно в ванне. А скажи, сын, а у тебя такие штуки есть в ванне? Нету. Нету? Так, хорошо. А такая штука у тебя есть в ванне? Нет. Нету? А такая штука у тебя есть в ванне? Конечно, я работаю для девочек. Девочки, в отличие от мальчиков, понимают нашу особенность. И это их характер. Девочки, вам надо срочно приехать сюда или отправить родителей. А куда ехать-то? По вокзальной, до места, где все покупают. И чуть-чуть дальше, зеленого рынка. И понятен вариант, куда необходимо приехать. Другого места-то и нет. Магазин Орион. Доехать мы вам показали. Сюда вам просто необходимо приехать, потому что по той самой цене, которую вы можете в другом месте купить одну игрушку, здесь купить три. Чем ли это не ваш выбор?